До 7 июня в республике и по Нефтекамску продолжается профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Госавтоинспекторы занимаются профилактикой и недопущением дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Однако в последнее время на территории республики участились аварии с участием велосипедистов. Сотрудники ГИБДД напоминают, что согласно правилам дорожного движения, ездить на велосипеде по автомобильным дорогам можно лицам не моложе 14 лет. Родители подростков, в свою очередь, должны объяснить детям правила безопасности и обеспечить их велосипедными шлемами. Статистика дорожно-транспортных происшествий среди автомобилей также неутешительная. Только за прошедшие сутки на территории города Нефтекамск зарегистрировано 5 аварий, одна из них с телесными повреждениями. 29 мая 2019 года примерно в 20 часов 30 минут водитель 1951 года рождения, управляя автомобилем ИЖ, двигаясь по улице Дюртюлинская со стороны улицы Дорожная в сторону села Ташкиново, предварительно выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем марки «Лада Веста». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ИЖ получил телесные повреждения и был госпитализирован.